життя ваше земне, з чим би ви його порівняли, як би ви описали? Ви, Ольго, і ви, Олено. Ну, життя, воно класне, воно різноманітне, воно різнобарвне. Хочу сказати, що хочеться, щоб все, що я не робила, воно було в задоволенні. Тому що Бог, він не заставляє нас, він не вимагає робити щось те, чого ти не хочеш. Він в гармонії зі мною. Ну, знаете, для меня каждый день – это возможность, чтобы прийти в чью-то жизнь и сделать ее лучше. И, знаете, на самом деле это счастье. Когда ты приходишь, у человека есть какая-то, может быть, печаль или какой-то вопрос, и с твоим приходом в его жизнь ты можешь просто принести ответ, принести живого Бога. И в его жизни, когда печальные глаза, они начинают светиться, когда вместо тупика приходит возможность, когда ты начинаешь ему говорить, и он понимает, что не все так плохо, что есть выход, и он в Боге.